фигуру. Да, вот. Вот так всегда хотелось посмотреть ей в лицо. Да, Ренна. Она так исчезнуть может, кстати? Ну, мне кажется, нет. Может, я с Колей делал такой баг, и она исчезла. С карты. И сейчас неожиданно провалится сквозь, блин, пол. Короче, она танцует. Да. Мне кажется, чем больше она освобождает руки, тем больше она багается. Блин, у нее почти руки освободились, кажется. Она руку освободила. Блин, она освободилась, кажись. Да. А нет, нет. Нет, она продолжает танцевать. У нее что, голова? А, я показала, что у нее голова забагалась. А нет, у нее руки обе забаганы. Сейчас посмотрим. Она там делает движение, как будто что-то открывает. Кстати, да. Как та самая фигура в самом начале открывает тебе дверь? Да. Спокойно. Успокойся, фигура. Успокойся, фигура. Кстати, у меня там крест есть. Что будет, если на ней его использовать? Ничего! Он сломает этот крест. Я хочу проверить, что будет. Может, она освободится. Может и нет. Нет, ну не использую. Она просто сломает эти цепи, ничего такого не будет. А нет! Она должна освободиться после этого. Почему? Ну, в принципе, у меня код все равно есть. Да. Блин, только как мне взять? А, я не знаю, почему, но на камере... На камере было видно, как последняя цифра 4 стала желтой. А потом обычной. На камере. Хорошо. Дрена, рука. Ладно, бери уже код. Ой-ой. Спугались фигуры. Фигура. Не надо тебе было пить. Не надо было делать такие руки большие. Теперь, блин, застряли они у тебя. Ну, с кем не бывает. Да. У меня было с мизинцами, что они застряли, я их еле-еле вытащил. Все, теперь ты можешь легко код. Фигура забаганная. Кажись, скоро разбагается. Да, так что быстрее код угадывай. Быстрее код угадывай. 0, 5, 0, 5, 2, 0, 5, 2, 6, 0, 5, 2, 6, 4. Ладно, еще подразним фигуру. Ладно. Быстрее! А жаль. Пока, фигура. А жаль. Все, можно заканчивать видео. Всем пока.